Пожалуйста. Два года он работает над этой тематикой, он вам сам уже не расскажет. Медаль, заслужил медаль, почетную грамоту, и в перспективе будет и дальше с этим выходить уже на более широкую публику. То, что вы назвали аплодисментами для Алана, это не аплодисменты, это издевательство. Аплодируйте. Поддержите парня. Интересно очень тематика. Пожалуйста, Алан. Здравствуйте. Hello. Я Амалат Фалан, ученик 6 Б класса гимназии имени Кануш Сапаев. Хочу представить вам свой исследовательский проект на тему изучения достопримечательности Республики Казахстан через изображение на национальной валюте – тенге. В этом Республика Казахстан – это страна с богатой историей, разнообразной культурой и удивительными природными достопримечательностями. И чтобы получше изучить эту уникальную страну, можно воспользоваться ее изображениями на национальной валюте – тенге. В этом исследовательском проекте я изучал достопримечательности, которые изображены на национальных банкнотах. В этом году тенге 15 ноября исполняется 30 лет. Целью данного исследовательского проекта является изучение достопримечательностей через изображения на национальной валюте. Были использованы для решения задач и выполнения поставленных целей были использованы следующие методы исследования. Анализ банкнот, изучение истории создания банкнот и изображений на банкнотах различных номиналов. История создания, изучение исторических источников, литературы и документов для выявления исторического контекста. Сравнительный анализ. Сравнил различные банкноты и выявил общие и уникальные элементы. Географический анализ. Изучал географические данные, чтобы выявить, где находится каждая достопримечательность. Социологический анализ. Я провел анкетирование среди учащихся моего класса и понял, что данная тема очень интересна. Многие люди после этого хотели путешествовать по нашей великолепной стране. Информационные материалы. Я разработал информационные материалы, в которых присутствуют фотографии, изображения, исторические факты. Также я разработал свой собственный буклет. На этой стороне буклета вы можете увидеть все банкноты Республики Казахстан. На них изображены достопримечательности. На этой стороне вы можете увидеть карту Казахстана и все достопримечательности, которые есть на купюрах. Также этот буклет может компактно сложиться и поместиться в любую руку. Он может помочь туристам в путешествии. Вот. Как визуальные презентации. Я разработал визуальные презентации, в которых присутствуют исторические факты, много интересных информации. Это можно использовать в обучении в школах. Также я тоже коллекционирую. У меня есть маленькая коллекция монет. Сейчас я вам расскажу. Эта коллекция монет называется «Черты казана». Вот. Здесь есть все качества, которые должны быть у мужчины. То есть там быстроногий скакун, собака, сильная собака, мужество, храбрость, ум. Красивая жена, ружье. Самый главный. И вот на этом месте показано все качества на данном месте. Не отвлекайся от презентации. Здесь вы можете увидеть коллекцию монет «Сакский стиль». Царский стиль был популярен в среднеазиатских степях в первом тысячелетии нашей эры. Также у меня есть коллекция монет, посвященная 30-летию. Это все монеты и расписаны про каждую из них. Благодаря проекту по изучению достопримечательности Республики Казахстан через изображение на национальной валюте тенге, многие люди могут больше узнать о культурном богатстве и историческом значении Республики Казахстан.
Этот проект может укрепить культурные связи и сделать туризм лучше. Проект, считаю, окончен, и всем спасибо за внимание. Щедрее, поблагодарим. Молодец. Здорово, да? Конечно, для нас, коллекционеров... Шестой класс, конечно. Шестой? Хорошее, хорошее предложение. Берегул Целибаевич, вот это человек, который стоял у истоков клуба, помогал нам помещениями, помогал нам добрыми советами, наставлениями. Собственно говоря, да. Может быть, скажете, что делать, Берегул Целибаевич? Я хочу сказать, что мне очень приятно быть среди вас всегда. Очень приятно, что обо мне такие хорошие слова сказали. Приятно посетить эту выставку, хотя они так часто бывают. Поэтому хочу поздравить вас с тем, что клуб «Союз» проживает. Поздравить вас с этим праздником, 50-летием. И чтобы у каждого коллекционера была всегда сбывались сводчатые приобретения в коллекции. Мальчик этого поблагодарить за его представитель Нацбанка Республики Казахстан. Извините, вот серии таких буклетов у тебя чего нет? Посмотри. Берегул Царибаевич, ну вы просто нас поставили в безвыходное положение. Мы не готовились чуть пораньше, поэтому в твою коллекцию, Маланчик, 30 лет независимости, набор. Рекомендую в дальнейшем тоже собирать наборами. Удобно, красиво и наглядно. И главное, здесь описано о каждой монете, что-то сказано. Куда пошел? Маланчик. Игорь Павлович опередил уже. Ну ладно, мы, наверное, исправим свое положение. Вот с этого начиналось. Мы тебе дарим. Это еще тиины. Да, вот это вот. Это тиины. С этого начиналось. 30 лет назад у нас такие деньги были. Аплодисменты, господа. Продолжай дальше собирать, мы радуем тебя. Это Сергей Петрович наш... Это не Сергей Петрович, это Аркадий Евгеньевич. Аркадий Евгеньевич наш старейший коллекционер. Ну, поблагодари, руку протяни. Старейший наш коллекционер, но скромный, просил его сегодня. Аркадий Евгеньевич, ну несколько слов скажи, вот ты все-таки... Да, извиняюсь. Да. Ну, вот ему сказали, тебя Алан зовут, да? Ну, прям как моего внука еще. Вот ты. У вас один был, теперь два стало. Ну, вообще-то у меня не один. Ну, Алан один. И вот в твою же коллекцию, вот, да, меня лично. Спасибо огромное. Тоже самые первые деньги тоже с Никса начиналось. Причем надо сказать, что именно в монете было один тиин. Есть, да. А, вернее, в купюре есть, а здесь только с двух начинается. Ну, разберешься. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллекционеры, представители Национального банка, спасибо, что так высоко оценили работу моего ученика. Он пока в шестом классе, идет по линии Даррен. Даррен – это центр работы с одаренными детьми при Министерстве просвещения. Он прошел уже республиканский уровень. Я думаю, что со своей коллекцией он будет ее пополнять в течение года. На следующий год, и с вашей помощью вы пополняете его коллекцию, он будет описывать, будет классифицировать всю эту коллекцию, попадет на международные соревнования, ежегодно такие научные соревнования по всему миру, и будет нашу республику прославлять. Спасибо. Мы не сомневаемся. Вы занимаетесь великолепной работой, мы завтра придем в музей, мы будем пропагандировать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я приглашаю вас в гимназию. Безусловно. Сейчас мы оговорим эти... Это мама. Ну, а в дальнейшем это учитель. Этот репортаж вы сможете увидеть в Инстаграм. Это вот на заднем плане представители Нацбанка Республики Казахстан. Все остальные могут подходить, смотреть, знакомиться, задавать вопросы. Всем спасибо. Здоровья вам и вашим близким. Надежности вашему бизнесу и успехов в деле коллекционирования. Спасибо. А мы продолжаем.